Перед нами снова змея. Пустынник довольно много. Посмотрим, как она будет атаковать. А ну давай, атакуй. Давай атакуй. Ага, вроде бросилась. Еще раз бросилась. Ах, как она бросается. Пш-пш. Давай, давай. Что? Что, ужалить меня хочешь, укусить? Получай по морде. Получай, давай. Ага. Вот и все. Змейка готова. Осталось только ее разделать. Получить шкуру и мясо. Давай, два мяса, две шкуры. Именно так со змеи выпадает. Так, мы с вами забыли картошечку посадить. Вернее, у нас ее тогда не было. Так, рецепты. Семена картофеля. Так. А, тоже сужается. Нормально по-человечески. Отлично. Вот наш огородик. Тем, кто играет в пустыне, будут часто попадаться вот такие вот бедные, несчастные зомби. Без ноги. Потому что их ноги все отрезаются кактусом. Наконец меня заметил. Ладно. Покойся с миром. Мы бежим по воде, по воде. Мы бежим по воде. И никто остановить нас не сможет, потому что мы бежим по воде. Да. Далее, что есть из новшеств в 16-й версии? Это краска. Вы можете найти вот такие вот кисточки. И краску. Так, берем кисточку в руку. Так, 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 так. Наводим на краску. Так, тащите, тащите. Хорошо, давайте попробуем покрасить. Оп. Оп. Отлично. Так, покрасили под кирпичик. У нас получается, кисточку мы нашли уже намазанную. Попробуем металл. Но здесь это краска, а металл остался металлом. Давайте попробуем на всякий случай. Да. Только поменялся цвет. Вот это действительно что-то интересное. Красится все, как я понимаю. Ага. Можно теперь свой домик украсить разнообразными цветами. Вот это другой разговор. Вот что-что, вот это мне в игре очень понравилось. Угу. Кстати, дерево. Так, под цвет камня сделаем. Интересно, на недостроенный пойдет? Ага, через блок. Кстати, попробуем добить. Опять. О! Даже надо найти позицию, чтобы забить глюки те же самые, что и были. Ну и хватит. И давайте их выкрасим теперь. Красится блок только с одной стороны, не со всех. Ну, это
кстати, логично и удобно. Угу. Я всегда, где лестница, делаю вот такие вот блоки. Тут надо еще достроить. Они помогают не падать. Быстро поднялись. Вход сразу, кстати, виден. Давайте немножко заделаем. А тут вот мне понравилось сразу, по крайней мере. Без выпендрежей. Угу. Ну и так, чтобы вид был красивый. Кто-то там на меня. Оба. Ну попробуем покрасить. Не красится, ребят. Не красится. Вы что-то, вас тут слишком много насобиралось. Не красится, не хотят. Ай! Кстати, кактус красится? Кактус не красится. А дорога? Дорога тоже не красится, потому что наверняка появится любопытный. Машина тоже не красится. О-о-о-о. Что-то их тут очень много. Мусор красится. Сразу все пробуем. Кукурузка, что мы тут посадили. Давеча. Но с другой стороны, по идее, краска красит все. Здесь она выборочно красит. Ничего больше не красится. Ну как же так, разлить на дорогу краску, след обязательно останется. А тут ни на камнях, нигде его нету. Ку-ку. На кого бог пошлет? Так, кучка. Куча мала. Ну давай, давай, игра. Не надо стрелы сквозь зомби. Это уже неинтересно. Видите, звуки какие, слышите? Кого-нибудь да попадем. В линеечку все. В линеечку. Кстати, у меня стрел очень мало осталось. Хорошо бы, если бы и зомби, идущие позади, затаптывали упавших сородичей. Было бы интересней. Ах ты. Извини, руку тебе оторвало. А ты оторвалась слишком далеко от других. Звук полицейского рогалета. Ну, на самом деле, это толстяк. Я не знаю, это у нас как получается по гражданке? Так, давай по ногам. Угу. Хочу, чтобы ты ползал. Да хватит через нее проходить. Стрелы. Так, у меня уже и стрел не осталось. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай так. По ногам буду бить. Да по ногам! О! Бокс, 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 бокс. Опа! Ох ты, чудище! Чудище бородатое. Вот постоянно здесь какие-то сюрпризы. О, да. Ох ты! Ну давай чуть-чуть по башке. Да хватит калека за мной бегать. Сдохну? Болельщица или нет? Слушай, мне твой... Бра! Уже начинает нервировать. Самое главное... Ну и по яйцам не поможет. По башкану надо. Так, вы что-то очень быстро ходите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Надо задом наперед идти. Такой скоростью.
Это пипец. Спасибо, разработчики, за счастливое детство. За счастливую жизнь в этой игре. Да падай уже. Могли вообще сделать из игрока черепаху. Так, иди отсюда, я тебя не боюсь, потому что ты и так не страшна. Но? А вы что, об кактус не зацепились? Достали уже. Честно. Честно достали. Меня и зомби, и змея атакуют. Нормально. Отлично. Сладкая парочка. А то, что я бегать не могу, это бесит, пожалуй, больше, чем атакующие зомби со змеей. Угу, угу. Эй, у тебя через пятую точку глисты выползают. Почему-то змея на них не реагирует. А, ну, в принципе, они холодные. По идее, мертвые. О, немножко могу бегать, наконец-то. Что, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, подеремся. Вот бы еще уровень жизни показывал у зомби, чтоб знать, как распределить все свои силы. Все. Фу, неужели? В игре очень много нововведений, разных мелких деталей. Когда будете играть, вы уже это все увидите в процессе игры. Я показал в целом, что здесь появилось, что вы увидите в первую очередь, с чем вы столкнетесь. Ту же краску я где-то на второй или третий день нашел в двух местах. Вот. Кисточку. Кисточку только одну. Так. Продолжаем красить. Угу. А вот как поменять? Я хочу, допустим, другую краску. Сейчас с вами попробуем посмотреть. Только починить. Ну, давайте починим. О, сколько времени. Полминуты надо ремонтировать эту кисточку. Да. Хорошо, по краске что? Используйте кисть, чтобы красить строительные блоки. Ага, надо книгу читать, чтобы новые узоры вычитывать. Попробуем покрасить это. По идее, должно. Вот. А тут со всех сторон у нас красится. Отлично. Блоки. О, блоки тоже закрашиваются. Отличненько. Видон у нас получается прикольный. Как будто из камня все сделано. Так, а это не красится уже. Ну хорошо, хоть что-то. Так вот. Покрасим мусорный бак. Что значит, что не красится, ребятки? Вы что? А вот мусорный бак не красится. Ни в какую. Мусор тоже. Деревяшка. Единственное, что покрасилось, так это вот эти металлические блоки, что валяются на земле. Их удалось окрасить. Туман здесь довольно часто. Вот такое утро. Туманное. Не видно ни мзги. Так. А мы попробуем дальше покрасить кисточкой. Что можно красить? Так, это нельзя. О, вот это можно. Так, спальничек. Сделаем тут как стеночку. Так, посимпатичней. Сумка не красится. Ага. Сейчас попробуем фонарь покрасить. Вот когда по такому туману бежишь, к
кажется, болото. Собака Баскервилей. И за тобой бежит такой песик. Кстати, песики, что раньше были, мне намного больше нравились, нежели сейчас. Вы сами видели, как они уже стали выглядеть. Красим. Фонарик. Сейчас мы тебя покрасим со всех сторон. Вот. Симпотно? Ладно, всю ржавчину закрасим. Здесь можно различными цветами разукрашивать его. Отлично. Так, завод. И мы тут можем немножко красоту навести. Так, стекла не закрашиваются. А все фанерные такие блоки, они с удовольствием красятся. Ну, как-то вот так, в принципе. Да. Это тоже красится. Дерево. Почему-то дерево не могу покрасить. Было бы прикольно. Чтоб, допустим, вы выращиваете яблоки там, груши, вишню. И вам надо красить ствол дерева, чтобы всякая зараза его не... Кстати, давай сюда. Всякая зараза его не поедала. Было бы неплохо это добавить тоже в игру. Тимати! Тимати, где чудо? Чё ты ко мне лезешь? И ты... Тусовка! Так. Вон самолет пролетел. Ящик. Так, мы поставили метку на карте. Вот он у нас виден. Кстати, удобное приспособление ввели. Метку можно как включить, так и отключить. Так. Единственное, чтобы ящик не упал в зону, куда нельзя ходить. Бывало и такое. Угу. Ой, ой. А, ребята? Ух ты! Собачка! К которой мы привыкли все вместе с вами. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо срочно использовать аптечку. Нас покромсали. Так, ящик у нас там. Может, будут еще аптечки. Приятно, приятно. Давайте еще раз посмотрим, где эта собака. Старых знакомых лицезреть. Вот она. Эх, родненькие собачки. Значит, у нас два типа собак. Наподобие волков, которые гуляют по городам. И вы здесь нашли в зараженной зоне еще одна собака, ребят. Такое ощущение. Ага, вон бежит. Бежит. Так, ящик упал в той стороне. От собаки, я чувствую, мы не уйдем. Ну, по крайней мере, в этой местности не задыхаешься от бега. Опа. Так, придется бой принимать. У нас что есть еще? Против собачек возьмем все-таки дубиночку. Где собака? Неужели отстала? Странно, странно. Но, тем не менее, нам надо... Вот она, вот еще одна. Эх, знакомая морда.
Морда знакомая, пасть. Как я к этим собакам привык. В них уже игра, кажется, не та. Но ящик довольно далеко упал. Так, снова собака. Не, ну. Чересчур понапихали тут собак. Короче, в этой зоне наши любимые с вами собачки. Так, я от нее убежал. Девушка. Давай, давай, давай. Я все прекрасно понимаю. Я тебе нравлюсь, но, тем не менее, ты не в моем вкусе. Ух ты, отлично. Отлично. Так. Туда. Туда, 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 туда. Бежим за ящиком, друзья. Туда, 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 туда. Ах, вот он. Молодец. Постоим. И когда дождик, вот хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, иди отсюда, собака. Она меня еще заразила. Так, давайте обыщем. Ух ты, сколько всего. И снайперка есть, и антибиотики. Обезболивающие, аптечки, еще и схема. Прочтем с удовольствием. И над головой разлетелось у нас. Так, хватаем, хватаем дубиночку. Где дубинка? А, я ж читал книгу, это не дубинка, а книга. Над головами разлетелся ящик. Эй! Эй! Интеллигент! Да подожди ты! Сейчас попробуем вторую руку ему откромсать. Вот интересно, без двух рук. Так. Ух ты! Айх ты! Как нас со всех сторон? Так, у нас кровотечение. Надо скорее добить собаку, чтобы мы спокойно. Спокойно. Да, я чувствую, пока мы собаку добьем, мы подохнем. Так, используем. Бежим, бежим, бежим. Все, все, все. Не тормози. Эх. Вот, зараза. Вот кто нас постоянно, постоянно кусает. Вот мы и пришли в город. В пустоши. Ага. Ага. Нам тут не рады, ребята. Ух ты, что это за бронированное здание? Кинотеатр такой. Без окон, без дверей. Стоит горница, полна людей. Кинотеатр. Кинотеатр, совершенно верно. Отлично. Отлично. Ну, в принципе, ребята, в целом мы с вами побродили по местности, посмотрели на Альфа 16, увидели различия между 15, между 16, есть много новшеств, много, чуть не свалили, синий недоработок. Угу. Давайте будем с вами прощаться, с вами был Северин, спасибо за просмотры. Thank you. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока-пока. Bye-bye.